Всем привет, дорогие подписчики, ну и, конечно, зрители. Меня зовут Тайна НЛО. Давно вы следите за этим необычным форматом НЛО. Мы наблюдаем постоянно за космическими кораблями, как и за НЛО. Но еще мы следим за пришельцами. Сегодня я вам покажу удивительные кадры, которые вы, наверное, еще не видели. Много чего скрывают пилоты, и про НЛО они не говорят. Они, когда увидят необычный формат НЛО, они утверждают, что это не НЛО, а неопределенный объект. Да-да, такое есть. Но почему НЛО всегда скрывается в небе? По многим причинам, что военные, что такие пилоты всегда встречают необычный объект. Что они из себя представляют? По многим причинам они разного типа. Правильно. Земля-то многонациональная расовая принадлежность. Того, что мы сейчас видим, это необычный видеосюжет с одного борта Англии, который пролетал Лондон. Но в облаках мы видим необычный формат НЛО. Вы видите необычные щупальцы и яркий свет за ним. Скорее всего, это необычный двигатель. Но почему мы видим то, что нам нельзя? Да и пилоты никогда не опубликовывают эти необычные формат видео. Да, по многим причинам вы сами понимаете, если кто-то что-то увидит. Но что они скрывают в небе? Эти кадры были сделаны не так давно в Турции. Также в облаках был замечен неопознанный летающий объект, дискообразный, но он исчез в облаках, то есть спустился вниз. Этот борт летел от Турции в сторону Египта. Как раз этот необычный объект появился в Турции. Что вообще скрывает этот объект, никто понять не может. Да, по многим причинам мы видим множество необычных формат НЛО. Иногда пилоты путают НЛО с самолетами. Да и на радаре они иногда превыше всего показывают почти такой же необычный масштаб, как и самолет. Но что они скрывают в небе? Сейчас идет необычная такая подготовка, как они прицеливаются. Да-да, НЛО просто-напросто сейчас меняют свою точку зрения к людям. Вы не знаете, что вообще происходит по всему миру. Мы видим только по Ютубе или еще по каким-то социальным сетям. Но суть в том, что это не закрытый доступ. Все могут заснять НЛО, но никто не сможет доказать то, что происходит у нас на Земле. Что, дорогие друзья, самое главное НЛО хочет от людей добиться? В первую очередь они подсказки оставляют на Земле, на полях, на каких-то кукурузных полях и даже на пшеничных. Суть в том, что мы видим, но не можем как-то разгадать. Необычные объекты появляются везде по всему миру. Но пилоты видят необычный формат НЛО, и им очень страшно. Ну, представляете, видите вы объект огромного типа, который летит на вас или на кого-то еще. Ваше действие правильно, вы начнете убегать. Но есть такие фанатики, которые любят поснимать, как здесь. Эти необычные видеосюжеты были сделаны недалеко от Монголии. То, что вы сейчас видите, необычный объект НЛО и необычная, можно сказать, песочная буря, который НЛО создал. Как это объяснить, я честно не могу. Но понятно, что много действий мы можем считать, что объекты не существуют. По многим там иным причинам. Но есть множество тайн, которые власти не хотят о них говорить. Они скрывают, они просто-напросто тянут слова. Они пытаются как-то увести нас в закрытый доступ. Но есть старые еще советские интересные документы, что НЛО это добрые инопланетные существа, которые помогают, и у них есть договор. Но есть и плохие инопланетные существа, которые работают и на договоре у другой, можно сказать, правительской власти. Да-да, такое есть. Но к чему я это хочу вам сказать? Много странных объектов скрываются в небе. Даже эта необычная ночная съемка специальным военным бортом заметил необычное движение недалеко от Филиппин.
Эти необычные кадры вас не только могут напугать, но и сделать так, что вы всегда будете оглядываться вверх. Этот самолет пролетал Филиппины, когда было по времени, если сравнивать по московскому, около 3 часов ночи. Но НЛО появился ночью. Как это объяснить и почему множество филиппинцев не видели этот НЛО? Скорее всего, НЛО маскируется специальными прожекторами, которые люди не могут их заметить обыкновенными глазами. Да и звук они не издают. Они, как и ветер, приходят и уходят. Но суть в том, что все моменты истины скрываются именно в разработке НЛО. Уже все власти мировых хотят достигнуть необычной цели, которую имеют НЛО. Но какая связь НЛО с людьми? Большая. Если сравнивать 63 по 70, то множество было изведано людьми. Но все утерянные документы о развитии инопланетных кораблей и их цель была утеряна. Кем? Я не знаю. Но суть в том, что всегда везде есть люди, которые не хотят, чтобы они имели огромную власть связываться с НЛО. Я не могу понять точно, правда НЛО связано с людьми или нет. Это вы должны прекрасно думать, дорогие друзья. Но суть в том, что везде есть обман, и от него не скрыться. Есть множество объектов НЛО, которые пытаются спасти не людей, а планету, Земля, которую ущерб очень огромный. И множество людей, которые пишут, что это не так, это неправда, могут ошибаться в этих записях. Но давайте мы с вами разберем, зачем НЛО находится на Земле и почему оно не покажет себя в другой красе. Все объекты, которые вы видите, это разных рас инопланетных существ. Это не одна раса, это разная. И поэтому множество кораблей, они бывают разного типа. Кто-то ночью снимает, кто-то днем, а кто-то вообще, летя на самолете, видит необычные объекты, похожие как на яйцо. Кто-то видит как на дискообразное, а кто-то на квадрат. И суть получается в том, что мы с вами вообще про НЛО ничего не знаем. А если мы знаем или молчим, или нас заставляют молчать. Если вам, дорогие друзья, понравился этот видеосюжет, то поставьте лайк, ну и подпишитесь. Я надеюсь, вам будет еще интереснее следующий ролик.